Дед Морозу будем звонить? Нет. Ты загадаешь ему желание? Да. Давай. Набираем и слушаем, что он будет говорить. Здравствуй, здравствуй. Это я, Дедушка Мороз. Поздоровайся и ты со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец. Как тебя зовут? Даниль. Какое хорошее имя. А ты себя хорошо ведешь? Да. Слушаешься ли своих маму и папу? Да. Хорошо. А ты умеешь рассказывать стихи? Да. Расскажи-ка мне стишок. Миска коса лапой по лесу идет. Сиськи собивает, песенку поет. Ну, купалась сиська прямо в миске, вот. Миска сидится и ногой тёп. Возле миска сиськи собивает. Саду амасину и поеду пас. Ох, как долго ты рассказываешь. Сразу видно, ты хорошее дитя. А ты хочешь, чтобы твой стишок услышало много людей? Да. Молодец. Что ты хочешь, чтобы я тебе подарил? Молоток и пилу и тументы. Хорошо, тогда загадай желание, а чтобы оно исполнилось, обязательно слушайся маму с папой, не хулигань и не капризничай, веди себя хорошо. Саласу! С Новым годом тебя! До свидания! До свидания! Вот такой Дед Мороз. Да, и саду колосу. Теперь исполнится твое желание. Да.